Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую вас от лица банковского процессингового центра. Пластиковая карточка за последние 20 лет стала привычным атрибутом большинства белорусов, удобным инструментом платежа. Банковский процессинговый центр прошел этот исторический отрезок вместе с банками, держателями, организациями торговли и сервиса. Просто приложив карточку к терминалу или вставив ее в банкомат, мы запускаем невидимые глазу, но очень важные механизмы. Запускаем платежную машину. И эта машина – это мы, банковский процессинговый центр. Apple Pay и Samsung Pay. Снятие наличных в магазинах. Терминальное оборудование 3 в одном. Технология использования смартфона в качестве терминала. И многие другие инновации приносят реальную пользу как бизнесу, так и каждому человеку в отдельности и двигают платежную индустрию вперед. Обеспечение удобства, безопасности и доступности платежных технологий – именно это мы считаем нашей главной задачей. Инновации и надежность – вот наш девиз. Банковский процессинговый центр – это также головной процессинговый центр и методологическое ядро платежной системы «Белкарт». «Белкарт» – это гарантия финансовой независимости Республики Беларусь и всех ее граждан. «Белкарт» – это технологическое развитие в лучших традициях платежных систем с учетом локальной специфики. Мы объединяем лучшее. Мы – единственный поставщик терминального оборудования, которое обеспечивает техническое обслуживание в рекордные сроки с неизменным качеством. Мы доезжаем в любую точку нашей страны. Банковский процессинговый центр благодарит всех клиентов, кто был с нами на каждом отрезке этих 20 лет. И тех, кто присоединился к нам недавно. Вместе мы можем больше.